550 судеб, 550 историй, и все это о Чебоксарах. На национальном телевидении Чувашии продолжается проект «550 кадров». Новые герои, интересные истории и уникальные фотографии в нашем сюжете. А вот это у меня рабочая лошадка была. Зенит есть зенит. Удобно, классно, красиво снимает звук. Вообще классный, мне нравится. Вот, слушаем. Виталий и Ирина Никифоровы сделали этот снимок в 1977 году. Они любили прогуливаться по центру Чебоксар и фотографировать. В то время Виталий только начал посещать фотокружок. Учился старательно, продумывал ракурс каждого снимка. Получалось неплохо. Увлечение фотографией осталось на всю жизнь. Виталий сделал много уникальных снимков о столице, ее архитектуре, жителях. Вот это 1980 год. Я тогда купил фотопленку. Цветную, да. Цветную, обращаемую. Это была чешская пленка. Отснял я его полностью. И в деревню снимал, и эти вот места снимал. И сдал на проявку в лабораторию. Мне так его проявили хорошо. Эта история одна из немногих. На национальное телевидение Чувашии приходят письма и фотографии из разных уголков страны. Здравствуйте, редакция Чувашьей. Мы гордимся тем, что город Чебоксары – столица нашей Родины. Мы живем в Московской области, город Дмитрове, и смотрим программу Чувашьей. Спасибо большое вам. Оставить след в истории и рассказать о своей жизни в Чебоксарах можете и вы. Присылайте старые снимки на фоне любимой столицы на сайт entrokashow.ru или приносите в редакцию национального телевидения по адресу проспект Ленина, 15. Самые яркие истории покажут в нашем эфире. Республика.